И в Свято-Покровском соборе мощи пробудут до завтра, и храм будет работать всю ночь. Утром святыню передадут в Криворожскую епархию. В Свято-Покровском соборе мощи святой Анастасии встречали прихожане. По преданию, Анастасия обладала исцеляющими способностями, и сотни людей собрались, чтобы посмотреть и прикоснуться к мощам. Большинство просило здоровья. Святая Анастасия, я буду просить для себя и для своих близких здоровья, потому что как бы, ну, никогда не помешает его не купить деньгами. Идешь не того, чтобы попросить, хотя бы зарядиться этой энергетикой, не знаю, чтобы испытать положительные эмоции. Надежда. Есть надежду питаю, что все будет хорошо.